Всем привет, с вами Дилнос, и сегодня мы с вами проходим маленькую неудачу, продолжаем наш марафон, хотя я не знаю, что я придумала, что я сделала, потому что я не успеваю просто вообще ничего, отгуляла фестивали, отсыпалась после фестов, и теперь пора работать, но постараюсь все успеть, в любом случае в Телеграме, ссылочка в описании, вы уже, наверное, все решили, и если это видео на канале, то значит все хорошо, а если оно на канале, сегодня какое число, если оно на канале 17 июля, тогда вообще все вдвойне прекрасно, вот, перфекто. Возможно, я поделю этот ролик, так что не пугаемся, если не будет конца, или у второго ролика не будет начала, все нормально, все хорошо. Значит, так, мы остановились на прохождении вот этой, да, от сией прекрасной игрули. А, значит, что мы имеем? Мы имеем девочку, неудачу. А, и мы пришли к стенду пропавших детей. Хорошо, давайте посмотрим. О, смотри, все больше детей пропадает. Если я пропаду без вести, как я скажу маме? Ты не пропадешь без вести. Мы вернемся домой сразу же, как найдем приз. Ясно, отлично. Как найти? Find a prize. Окей, nice. Девиз сегодняшнего видео. Ты готов найти приз вечное счастье? Конечно, где оно? Я спрятал его в одной из могил. Мне нужно раскопать могилу? Какую из них? Я дам тебе подсказку. Это место, где похоронена золотая рыбка. Золотая рыбка? Ладно. И что, копать своими крошечными руками? Ничего себе! Нет, используй лопату. Какую лопату? Это лопата! Вот это любимый прием. А, я думаю, он опять ее просто кинет, а не с преисподней достанет. А, это лопата, хорошо. Где похоронена золотая рыбка? О, реально, нельзя блестками посыпать и узнать. Не, ничего нельзя. Свечка, сердечко. Фонарик. Тут какое-то сердечко. Ну, давайте читать. А. Тут какой-то... Типа поплохо. Давайте с конца начнем будем. Или сначала. Давайте сначала, ладно. Давайте будем как нормальные люди сначала. Давайте зашифтим. Чё нам? Побегаешь немножко, ничего страшного. Вон тебе даже вороны улетели. Итак. Здесь сказано, день скачалась в окружении своих близких в окне. Скопать могилу, да нет. А я, думаете, помню, как ее рыбку... Она говорила про то, как ее рыбка умирала. Наверное, говорила... Но я же не пересматривала серии. Я не концентрировалась на таких вещах. В огне. Ну, она... Вот, зная эту неудачу, она могла и в огне умереть. Я тут знаю. Так, посмотрим. Малыш Лулу, первый мопс, задушивший человека. Ну, мопс... Явно нет. Нет, не думаю, что это рыба. Ну, рыба-мопс, ну... Хотя в этой игре все может быть настолько нелогичным, что, возможно, я зря удивляюсь. Стефани Куин, автор эротического романа «Исповедь кота». Эротический роман звучит безумно. Ну, звучит как-то не пара... Не как рыбка. Это точно кошка. Ну не кошка, но... Не сказано, Пол умер, занимаясь любимым делом, поедая какашки. О, блин! Ну как вам сказать, больше похоже на собаку, но по идее... Если говорить по правде, то рыбы тоже этим занимаются. Ну не знаю пока. Пока мы ничего копать не будем, а просто почитаю. Не, не думаю. Да ты подумай. Вон тоже, кстати, могила, чем тебе не нравится. Посмотрим. Сорока по имени Роджер. Я не ожидал того окна. А, я не поняла. Я не думаю, продолжу искать. Ну, сорок Роджер, тут может, что имеется в виду? Ну, вряд ли кто-то сорока похоронил. Может, это имеется в виду, что сорока кого-то утащила. Может, кстати, и рыбку, откуда я знаю.
Мистер Здесь написано мистер Пузырь. Mm-hmm. Ну вот это больше похоже, мистер Пузырь. Давайте мистер Пузырь раскопаем. Поздравляю, неудачу, ты нашла приз. Правда, ура? Видишь маленькую коробку? Открой ее. Хорошо, интересно. Так, я ее просто хотела открыть, и я посыпала ее блюдками. Я украл... Это приз, но здесь только записка. Что? Да, здесь написано. Я украл ваше вечное счастье. Подпись Бенджамин. Он не мог. Мое вечное счастье. Я знал, что от этого лиса будут неприятности. Он украл твой приз. Какое разочарование. Я действительно хотела сделать маме сюрприз. Что мне теперь делать? Мы должны найти лиса и вернуть твое счастье. Я не думаю, что он ушел далеко. Пойдем поищем его. Да, давай. Такое разочарование. Хорошо, давай пойдем. Смотри, вот он, далеко не пришлось идти. Бенджамин? Ты украл мое вечное счастье? Не круто! Да брось, Бенджамин, верни назад мое счастье! Догони его, нельзя позволить лису снова уйти. Он украл твой приз. Бенджамин меня серьезно разочаровал. Она была в него влюблена. Вот так вот все лисы козлы. О-о, значок кошки, вот это вот Kill Monday, которые сделали эту игру, разработчики. И тут тоже. Когда нелюбимые дети во тьме ищут то, что они потеряли, ищут ответ, почему они страдают. Тут три, кстати. Ну, я сейчас это прочитала. Тоже прочитала. А, ну она просто прочитала. Дети страдают? Ты что-нибудь нашла, неудача? Нет, тебе показалось. Хорошо. Нет, ничего хорошего. Какой раз я говорю хорошо, когда ситуация вообще просто тотально плохая. Нужно смотреть в оба. Вдруг мы увидим лиса. Они умеют прятаться. Хорошо. О, сохранялочка, сохранение. Сохранение. А, мы сюда можем войти? Не внушает мне доверие, это ваше войти? Ага, туда! Это, наверное, выглядит очень похоже на то место, куда лис спрятал бы приз. Хочешь сказать, мне нужно туда спуститься? Именно, не беспокойся, ничего плохого не случится. Совсем ничего плохого. Ладно, ты говоришь очень уверенно, я доверюсь тебе. Стой. А это что? Давайте сюда сначала. О, посмотри на этот камень. Он отличается от обычных камней, уверяю тебя. Думаю, ты права. Смертельная игра кормит теней из мира духов. Что это значит? По мне, это полная бессмыслица, неудача. Правда, может, это еще не вся бессмыслица. О, этот кусок шатается. Возьму его себе. Возможно, он пригодится в другом месте. Возможно. Здесь ничего нет совсем. Хорошо, что сначала здесь прочитала. А зачем кусок? У нас есть какой-нибудь инвентарь? Нет? Там, не знаю. На интер. А, не, на интер она... Я поняла, она взаимодействует с вещами. А инвентаря, что ли, вообще нету? Типа... Не, вообще нет. Хорошо! Интересно, зачем Бенджамин украл мой приз? Может, он сам несчастлив? Слушай, мне самой нужно это счастье. И моей маме. Ау, есть кто внизу? Ну, я не удивлена, что ты туда прям нырнула. Ну, она всячески пытается лиса оправдывать, потому что она в него влюбилась. Ну, это было серьезное падение, ну...
Мистер Войс, are you there? Эй, мистер Голос, ты здесь? А мистера Голоса нет! Отлично, я нашел иголку в стойке сена. А, проклятие, я ее уронила. Иди еще. Не найдешь? Да найдет, она на нее наступит где-нибудь, уколется и найдет. Box repellent. Не знаю, что значит repellent, если честно. Fox repellent? Средство для отпугивания лис. Не могу отрицать, что флакончик красивый. Возьму его. А, для отпугивания лис средство, хорошо. Какая-то подозрительная вещь. А, лучшая, 10 из 10. А, любимая. Как бы покупайте, бери, приобретайте сейчас. Ну просто средство против лисов. Сразу рычаг, который убирает все ловушки. Что за... Прикол. Ага, вот ты где. Он такой просто задолбанный. Что ты делаешь, Бенджамин? Что за... Использовать? Так, а смысл на нем... А, может он на нас нападет? Можно сохраниться? Нет, нельзя сохраниться, нет, нет, я не люблю выборы делать, нет, 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 чувствую огромную ответственность за то, что, за тот выбор, который я делаю. Но если использовать, давайте думать логически. С одной стороны, он может на нас напасть, и он вызывает у нас какие-то глюны, и мы можем на нем использовать средства, и все будет хорошо. С другой стороны, с другой стороны, мы гнались за лисом, потому что он от нас буквально убегал. И мы используем на него средство для отпугивания лис, чтобы его опять потерять в очередной раз. Хотя может его обезвредить. Блин. Давайте нет. Давайте нет. Я пожалею, но давайте нет. Бенджамин. Он просто сбежал. Вау, найс. Я думала, он что-то с нами сделает. Он просто сбежал. What have I gotten myself into? Что я ввязался? She's such a mess. У нее одни неприятности. Возможно, была ошибка выбирать ее для этого. Имею в виду, я видел, как она ела блестки. Кто так делает? Это неестественно. Она опять проблевалась. Неудача, ты жива и здорова, это замечательно. Да, где я? Что произошло? Опасный лис напал на тебя. Бенджамин напал на меня? Получается, он действительно плохой лис. Видишь, я говорил, что этот лис плохой. Да, возможно, мне стоило тебя послушать. Но все еще нужно найти лиса и вернуть вечное счастье. Может, мы можем узнать, где он живет? Конечно, дай мне минуту на размышление, скоро вернусь. Хорошо, я буду здесь. Сохранение. Но мне это так не нравится, ну почему ты каждый раз блюешь? Мы ходим в мире, где у людей одни маски. Мы ходим по своей же блюсь. Я не могу, ну что за бред? Мы еще никуда уйти не можем, мы можем просто кидаться блестками. Мы жрем блестки, мы кидаемся блестками, мы есть блестки. Газета. Open Files. Bladed. Open Fields в огне. Местный художник ГМ уходит в отставку после инцидента. Мой сын пропал. Нашествие птиц. Мы не победили, но повеселились. Ну вот, типичная российская сборная. Посмотрим, что нового. Посмотрели, по идее. Пожар какой-то. Смотри, зоопарк. Ну, знаешь, с животными. Вон это... Птицефак. Автобус, вон 562. Я тут погуглил. Я знал, что у лисов в зоопарке живет кузен. О, правда? Мы могли бы пойти, вдруг он знает, где живет лис. Но как мы доберемся до зоопарка? Это очень далеко. 562 автобус. Ну чего же воспользуйся автобусом? Здесь должна быть рядом автобусная остановка. А, хорошо. Вот она вот здесь, по-моему.
Open House Centrum... Чё? А, галерея, господи. А, как оказалось в центре? Я перенёс тебя сюда. Ну как, ты просто голос в моей голове. Просто голос? Нет, я способен на гораздо больше, чтобы ты знала. Докажи. Не нужно ничего тебе доказывать. Как скажешь, мистер голос? Ладно, ты действительно хочешь увидеть, на что я способен? Эй, подожди, мой шнурок. А, типа он показывает, а она в этот момент шнурок завязывала. Вот, видела? Я не просто голос в твоей голове. Неудача? Что? Ты видела? Прости, у меня проблемы со шнурком. Давай просто пойдем дальше. Ну, а то есть то, что... Эй, ты выглядишь знакомо. Что? А то есть ей в теории ничего не доказало то, что он то мячик наколдовал, то лопату из земли. Систем лагет. Эй, эти люди на картинке выглядят такими счастливыми, попивая свой сок. Алкоголь is a tool for relaxed communication. Алкоголь is not a solution. Что, too much alcohol destroy your body? Да, конечно, пьют они сок. Почему это похоже? Это похоже, смотрите, это, значит, смотрите, Шатун, это Роман Каграманов, а это, ну, не знаю, кто, решите сами для себя, но реально ж похож. Ну, или на Костю Павлова, ну, мало его, наверное, кто вспомнит, ну, ладно. Так вот, алкоголь — это средство для расслабления, ну, как бы, relaxed communication, ну, типа, как бы, релакс для взаимодействия, ну, такого, для чилового взаимодействия друг с дружкой. Алкоголь — это не зелье. Много алкоголя, как бы, разрушает себя, выводит твое тело из строя. Понял? Эл, ты! Ты на кого смотришь? На Ромку Громанову? Ну, слушайте, ну да, ну, краш, согласна. Мама постоянно приводит меня сюда. Здесь очень скучно. Иногда она отправляет меня за сигаретами, а сама обнимается с незнакомцами мусорных контейнеров. Это правда? Какая бедная девочка. Я просто не могу. О, здесь клюво. Чел, ну ты же не зря вышел, меня не зря остановили. Этот мужчина только что обронил свой кошелек. Что ты хочешь сделать? Вернуть, я не хочу красть. Wait, sir. Погодите, сэр. Вы уронили свой кошелек. Прикольно, спасибо. Это мне? Лотерейный билет? Круто, спасибо. Взгляни, он выигрышный. А, мне надо стереть? Что мне надо сделать? Ты выиграла. Ты выиграла. Ты проиграла, ну, как обычно. Выигрыша нет. Может, повезет в следующий раз. Да, мы просто закидаем этот билет блестками. Однажды мама привела меня сюда и забыла. Мне пришлось играть всю ночь, пока охранник не нашел меня. Он подумал, что я енот. Что ж, похоже, ты весело провела ту ночь. Да. Не считая того, что я много плакала, было весело. Ай, моя бедненькая. Happy face. Здесь написано, признайте, порой мы слишком устали, чтобы улыбаться. Воспользуйтесь нашим смайликом и прекратите притворяться. Хорошо. Ну вот они все и приобрели. Ты в очередь, что ли, встал? Мы тебе мешаем? Тебя как-то мешает обычно... Стоп, а почему он за нами тпхается? Он сначала ну, как бы этот... Нет, стой, подожди! Кто за кем теперь бегать будет? То есть сначала он там за выпивкой стоит, потом он с нами... Опа, могу блёстками посыпать. Потом он выпивает. Ой, фу, всё. Сбил меня!
Сначала он стоит за выпивкой, потом он выпивает. У меня все довольно поочередно. Сначала стоит за выпивкой, потом он вместе с нами стоит около почтовых ящиков. Теперь он стоял у этого магазина, где нас составили. Я енот. А еще мы где-то можем посыпать? Вот ты че ходишь ты? Здесь ничего посыпать нельзя. Не, походу нельзя. Че лобы какой? А, у почты, говорю, у масок, по идее, не у почты. Почта-то вон она, а он за масками стоял. Да-да-да, вот здесь именно. У тебя уже есть, куда тебе такая? Happy face. Я знаю, чей это магазин. Чей? Папа Кейси? Кто такой Кейси? Друг со школы. Правда, я давно уже его не видела. Смотри, еще больше плакатов с пропавшими детьми. Так много. Интересно, почему они пропадают? Не беспокойся о них, я уверен, однажды они вернутся. Думаешь? Конечно. Не знаю, мистер Голос. Здесь творится что-то загадочное. Я маленький спойлер словила, мне кажется. И тут еще такие прям намеки явные. Мне кажется, мистер Голос окажется главным злом. Мы на месте. Ты когда-нибудь ездил на автобусе самостоятельно? Нет, никогда. Я не знаю, что делать. Мне нужен билет. Давай узнаем. Здесь есть справочное табло. Нет, конечно, тебе не нужен билет. Ты чё? Да не, это немножко. О, смотри, нам нужно подождать еще 2 минуты. Ничего себе. Мне не терпится встретиться с кузеном Бенджамина в зоопарке. Я скажу ему, как плохо Бенджамин себя вел. И что Бенджамину должно быть стыдно. Звучит отлично. А это вот смотрите. А сейчас терпит эту бабку. Так, смотри. Видишь ее? Вот это дети сейчас пошли. Точно какая-нибудь дама. Сами помню. Здесь написано, что дети младше 15 лет могут ездить на автобусе бесплатно. Мне 8, так что все хорошо. Здорово. Сейчас, когда я подумала об этом, пожалуй, тебе нужен билет. Ты кажешься старым. Я определенно старше, но меня никто не видит. А, ладно. Тебе около 20? Да, где-то около того. Смотрите, реально, она сейчас такая, смотри, молодежь пошла. Еще разговаривает сама собой, вообще. Это точно заговор. Ну, мы можем посидеть, подождать, как я понимаю. Давайте смотреть. Эй, привет! Ты зачем ты со своими друзьями потащил меня на небо? Чтобы ты знал, из-за тебя я опоздал на вечеринку. О, сигареты. О, ладно. Девочку 8 лет мать отправляет в магазин полный алкоголя. И, наверное, алкоголиков, что логично. За сигаретами. Потом оставляет ребенка в соседнем магазине. Вообще просто по кайфу. Ой. Кинул блестками. Ты же промахнулась по кнопке. Смотри, улица называется Дикинс Роуд. Понял? Дикинс Роуд. Дик. Неудача. Сначала не поняла. Хорошо. Насисти подождать? Делай, как хочешь. Хорошо, спасибо. Я присяду, я немного устал от этой ходьбы, понимаешь? Могу представить, у тебя очень маленькие ноги. Именно, я маленькая леди, вот кто я. Посмотри на этих старушек. Они жутковаты, тебе не кажется? Честно, я видал похуже. Правда? Да. Знаешь, моя мама носит такую же маску. Ей нравится прятать за ней улыбку и слезы. Тебе бы хотелось такую маску? Не, может, я не знаю. Автобус приехал. Может быть. Нам скоро прощаться. Но, тем не менее, всем привет.
Это прощание я уже записываю после того, как засняла ролик, и хотелось бы вам в этом прощании сказать, что этот ролик — это первая часть огромного 50-минутного ролика. Советую посмотреть, естественно, вторую часть сразу после этой, чтобы вы понимали, что происходит, так как это все-таки единая, так скажем, целостная картина, и хотелось бы, чтобы у вас сложилось полное впечатление. Делю по причине того, что я не успеваю выложить сегодня это все в одно время, будет долгий рендер, а отдельными кусками рендерится все-таки быстрее. Ну и так вот, не забывайте про две полезные ссылочки в описании. Первая ссылочка — это ссылка на телеграм-канал. Там вся информация о внезапных роликах, запланированных роликах, внезапных стримах, плановых стримах, ну и, в общем-то, по каналу. И есть немножечко все-таки и обо мне, о тех фестивалях, на которые я хожу, в целом, какие мероприятия посещаю, ну и какие-то у нас локальные прикольчики, там творчество, анонимка, все там есть, заглядывайте. И вторая ссылочка — это ссылка на плейлист со всеми сериями, по этой прекрасной игрушке, по другим прекрасным играм, обязательно заглядывайте, тыкайте, все смотрите, все лайкайте. Особенно вторую часть Мисс Фортун, неудачи нашей маленькой, потому что там все-таки меньше лайков, чем на первой. Но вообще заглядывайте на любой видеоканал, на любой стрим, на любой шортс, я буду вам везде рада. Вот. И не забывайте про 4 простых действия. Это поставить лайк, написать комментарий, подписаться на канал и нажать колокольчик. Ну, с вами была Дивнос. Я вас всех здесь рада видеть. Всех люблю. Пока.